Итак, сегодня мы будем готовить всеми любимый десерт – вафельные трубочки с кремом. Итак, нам понадобится 200 грамм растопленного сливочного масла. Яйца. 150 грамм сахара высыпать. Все. Так, начнем понемногу взбивать. Так, 4 куриных яйца, 2 пакетика ванильного сахара, они у меня по 10 грамм, всего 20 грамм ванильного сахара. Муки нам нужно 180 грамм. Что? Да. Сейчас мы добавим еще столовую ложку муки, а то у нас тут немножко рассыпалось. Красота. Так, вот такое тесто у нас получилось. Итак, наша вафельница уже разогрелась, и мы начинаем выпекать наши вафли. Саму вафельницу я протерла буквально капелькой растительного масла. Итак, закладываем нашу первую вафлю. А вы тем временем не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, делиться своими успехами в комментариях. И подписывайтесь к нам и смотрите на нас. Да, мама. Теперь ждем. Ну что? Опля. Так, наша вафелька готова. Быстренько снимаем ее деревянной лопаткой и... А потом придавливаем и ставим лайки. Ставите лайки, подписывайтесь на наш канал. Есть. И подписывайтесь к нам. Итак, скручиваем все остальные, только осторожно, они очень горячие, может сразу не получиться. Но вафли надо скрутить очень быстро, иначе они затвердеют и потом, к сожалению, не скрутятся. Отправляем в тарелочку. Все, закладываем следующую. Итак, мы заканчиваем печь наши вафли. Вот последняя сейчас. У нас получилось вот вместе с этой 15 вафель. И было еще 2, которые мы на пробу скушали. Очень вкусно получается. Сладенькие, хрустящие. Я думаю, вам понравится наш рецепт. Вот такая зажаренная у нас получилась. Сейчас пару секунд и свернем ее. Давай мы сюда. Давайте поесть.
Вот такая стопочка вафель у нас получилась. Сладкий, хрустящий. Я думаю, вам понравится. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, делиться своими впечатлениями. А сейчас будем готовить крем. Сегодня мы будем делать... Начинаем готовить крем. Для крема нам понадобится 1 банка сгущенки и сок 1 лимона. Выливай сок сюда. Аккуратненько. Начинаем взбивать. У нас поступило предложение добавить в крем какао. Сейчас мы это же мое какао. Добавим в крем. Ну хорошо, я согласен. Так, мы добавили 2 ложки какао. Теперь отправляем наш крем в холодильник минут на 15-20, чтобы он загустел. Вот такой крем у нас получился. Видите, он даже не двигается в мисочке. Густой. Ну, начнем начинять наши трубочки. У меня вот такой мешочек для крема. Я туда его могу перекладывать. Не трогай. Вот у нас наш пакетик с кремом. Берем трубочку и я делаю его обратно. И что, делаю с одной стороны обратно. И с другой стороны. Ой. Нет, итак, продолжаем начинять наши трубочки. От того, что тут жарко. Итак, вот такие чудные трубочки у нас получаются. Крем немножко потек из-за того, что на кухне жарко и руки теплые. Но мы сейчас поставим в холодильничек, он застынет. И приятного всем аппетита! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока-пока. Итак, сегодня мы готовим вафель. Где-то так примерно на полграмма муки, яйца разбитые, сахар. Все будем с миксером перемешивать, и вафель готова.